Военный комиссариат Чувашии – лучшие в Центральном округе. Ведомство удостоили переходящего вымпела за лучшую подготовку и проведение призыва. Вымпел министра обороны страны вручили в Иркутске на всероссийских инструкторско-методических сборах. Его участники отметили, что в республике налажена эффективная работа по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке специалистов в организациях ДСААФ. Сегодня с военным комиссаром Чувашии встретился глава республики, чтобы обсудить итоги призывной кампании. Александр Макрушин отмечает, что в регионе сокращается количество уклонистов, все больше молодых людей остаются служить по контракту. Это говорит о том, что родители ответственны, значит, воспитатели, учителя в школах тоже проводят на достойном уровне военно-патриотическое воспитание. Вы, как уже специалисты, офицеры, знающие компетенцию свою не понаслышке, а на профессиональной основе, делаете тоже всю эту работу очень ответственно и с честью. Сейчас был в Иркутске у нас сборы, где подвели итоги за год. Вот. И что самое приятное, что вот мы все-таки в этой борьбе в тяжелой и сложной заняли первое место. И родную нашу Чувашию мы не опозорили, мы вышли с гордо поднятым флагом.